В эфире телеканала «Кустанай», передача «Талант Тайм», и я ее ведущая Маргарита Иванова. Здравствуйте! В ближайшие 40 минут мы будем отгадывать популярные песни вместе с вами. Кстати, уже есть один звонок у нас на линии, давайте его скорее принимать. Здравствуйте! Алло, здравствуйте, Маргарита. Мирас! Да-да-да. Рада вас слышать. Я тоже рада слышать. Как настроение у вас? Настроение хорошее, обещал этот среду первый. Да, вы у нас первый. Надеюсь, что вы будете номером один в том плане, что выиграете, да, станете победителем. Надеюсь. Давайте выбирать. Ну, там, какие этот... Сейчас у нас все есть, все 15. Какая вам больше нравится цифра? Мне нравится второй. Номер два. Да-да. Давайте. И это музыка из фильмов. Давайте слушать, внимание. Мирас. Твой фильм, да? Да. Детский, старый фильм. Да. Про какую-то супер-няню. Вспоминайте. Да. Ну, вообще, я знаю этот фильм, да? Я думаю, что да. Ну, это другой подсказку не будете? Ну, вот какой фильм детский про няню вы знаете? Вот она такая вся, прям совершенство, все умеет. Красивая, умная, талантливая. Так. Ну, первая буква какой этот называется фильм? Вот меня Маргарита зовут, да? Да. Вот. И ее на букву «М». М – это первая буква М, да? М, буква М. Да. Давайте еще раз. Еще раз послушаем, давайте. Такие песни, как «Ветер перемен», «Полгода плохая погода». Ну-ка подумайте. Мирас, вы с нами? Да. Слышали меня сейчас? Да. Ну, а если я подскажу имя, фамилию сможете сказать? Это не Марганта? Не называется. Нет, смотрите, Мэри, а вот дальше как? Мэри Фабиан? Мэри как? Мэри не Фабиан? Нет. Ну вы слышали эту песню? Знакомая. Мэри По? Мэри Пол? Мэри Поппинс. А вот в конце мы что говорим? Вот я в конце эфира что скажу всем? До скорой встречи. Ну, примерно. А вот как еще можно сказать коротко? Не пока, а вот более официально. Как? До свидания. До свидания. Мэри Поппинс, до свидания. Конечно, смотрим на экран.
Куча разных врачей всех людей спасает. Летом и зимой, лишь улыбкой одной, дети могут стать взрослее. Ну что, Мирас, вспомнили? Да-да-да. Знаете такую? Да-да-да, первый тур сложно. Ну, будем надеяться, что дальше вам повезет больше. Выбирайте ячейку. Ну, давайте, какой этот? Так, давайте номер 10. 10? Да. Давайте. И тут у нас любимые песни. Будьте внимательны, давайте слушать. Мирас? Ну, у меня есть один вариант. Эта песня не называется «Позвони мне, позвони». Нет. Нет, да. Ну, знакомый, современный, да? Он, да? На лет 15. Смотрите, исполняет такой эпатажный стилист, парикмахер, мастер по волосам, чемпион мира по волосам. И вдруг он решил запеть. Вы его 100% знаете. Так. Женщина, да? Нет, мужчина. Мужчина, да. Ну, какого эпатажного парикмахера вы знаете из шоу-бизнеса? Так. Первую букву можно знать? Буква С. С? С. Стас Михайлов? Нет. Сколько я помню, он стилистом никогда не был. Так, а кто там был? Он еще любит говорить «звезда в шоке», вот так вот постоянно, ну, про себя, наверное. С, да? С, да? Да. Давайте слушаем еще раз. Еще раз слушаем. Длинноволосый, кучерявый блондин, всегда ходит с короной, активно защищал Байкал, сейчас вовсе идет в депутаты. Кто? О ком речь? Ну, можете вот такую подсказку? Вы имя назвайте, пожалуйста, если я фамилию узнаю, назвою. Сергей. Лазарев? Нет. Начинаем обратный отчет. 5, 4. Так. 3. Нет, не знал. К сожалению, у нас нет правильного ответа, но вы не переживайте, в следующий раз мы будем ждать вас. Ну а сейчас всех остальных зрителей по номеру 543904, код города 8-742. Кто узнал этого исполнителя, звоните, а меж тем еще есть много интересных ярких ячеек, которые тоже ждут своего победителя. Мы ждем вас. Ну а прямо сейчас музыкальная композиция.
Нераған жүрден тәттімсің, жұпаран қыған тәттейсің, еркеле маған. Айтынды кешкен аққосым, жаныма күшкен баққосым, ғашып болдым мен жаным саған. Жайнашы бүлгіл, сая-сайнашы бұлғыл. Жырыны малдай тәттімсін, ғажайып қандай тәттейсін, ерекше туға. Бағыма сені таптымшын, жұлдыздай мені жақтымшын, өзімен өткен бар күн думан. Шал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 а, шал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 а, Продолжается наш эфир. Есть еще один звонок. Алло. Здравствуйте. Здравствуйте. Юля. Да. Рада вас слышать. Я тоже. Как настроение? Нормально. Все хорошо? Да. Давайте выбирать ячейку. 10-я ячейка – это Сергей Зверев. Ну, прекрасно. Смотрим на него. Ну а мы очень близко, вот нас разделяет буквально экран телевизора. Отгадывайте следующую композицию. Выбирайте. Восьмая ячейка. Номер восемь. И это у нас любимые песни. Внимание, слушаем. Юля. Угу. Слушаю. Так, сделайте мне, пожалуйста, подсказку.
Так, что непонятно? Давайте с этого начнем. Ну, это... В каком направлении будем двигаться? Это вообще исполняют русские, нет? Украинский исполнитель. Украинский исполнитель. Исполнитель украинский, да? Да. Угу. Вот именно эта песня делала очень много шума, когда он с ней поехал на Евровидение. Это один певец исполнитель, да, или это группа? Нет, один. Не этот, не Андрей Данилко. Именно он. Да? Проверяем. Ясно. Два правильных ответа, Юлия, я вас поздравляю. Двигаемся дальше, выбирайте. Так, какую бы еще выбрать ячейку? Ну, я думаю, может быть, взять четвертую. Давайте. Почему нет? Категория ретро-песни. Итак, внимание, слушаем. Итак, Юля. Ну вот мотив похожий немножко, это, наверное, уже ремикс, да? Не Макарена это? Нет. Не Макарена. 90-е, да? Давайте туда. 90-е. Иностранец, да, поет. Нет, наш. Наш? Не, да. Сергей Минаев? Нет. Так, а кто еще? Ну, что-то... Он можно сначала еще... в группе был, а потом как один вышел, как спел, как взлетел. Так, а кто может один в группе петь и взлететь? Нет, в группе их было как раз-таки несколько, а вот потом группа тоже была популярная. Ну, какие у нас были популярные группы в 90-е? Иванушки, Руки Вверх. Нет. Потом кто там еще? Не Сергей Лемах? Mm-mm. Нет? Так, а кто еще? Можно еще раз послушать? Давайте. Сказать по тембру. Богдан Титомир? Ну. Да? Ну, узнаваем же. Ну, узнаваем, но что-то... Не признали, да? Не очень часто его как-то слушала, поэтому... Хорошо, песня какая может быть? Богдан Титомир. Ой, не знаю, что он там уже пел, даже не помню. Он как бы призыв такой сделал. Делай как... Сделай как я? Сделай как я. Давайте посмотрим на него. Приятель, посмотри на меня, делай как я, делай как я. Посмотри на меня, думай обо мне, делай как я. Здесь нет чужих, здесь только свои. Здесь нет тех уродов, что виноваты. Здесь нет тот же тех, кто всех добили. Еще говорят, что отец хип-хопа. Вот тоже хорошая подсказка могла бы быть, но вы справились и без нее. Итак, у нас есть первый победитель, Юля. Мы вас поздравляем и надеемся, что вы как бы открыли дорожку, скажем так, для наших следующих звонков, наших следующих зрителей, которые будут отгадывать и обязательно выигрывать. Напоминаю, номер студии 54-39-04. Ну а прямо сейчас музыкальная композиция.
Көзіңді күліп күн кеудемді жылаттың қылықтым сен қылықтым Өзіңді көрдім де өзімді ұмыттым қайғымды мен ұмыттым You're just my universe, just my universe Write my unique verse, squeeze my simple words, words, words Not from those billion ordinary girls Be my only one, be my universe As in a world of solitary war Board of diamonds, shards, space and clubs I wandered lonely for a long time Looking for my queen of hearts You're the moonlight satellite Not little things to the Mars I'm sick of sad and everything trapped Cause you're my universe Space and clubs. I wandered lonely for a long time Looking for my queen of hearts You're on the moonlight satellite Not little things to the Mars I'm sick of sad and everything trapped Cause you're my universe Ну что, продолжается наш эфир. Есть еще один звонок. Здравствуйте. Добрый день. Как вас зовут? Меня зовут Санжар. Очень приятно. Как настроение? Отлично. Как у вас? Тоже хорошее. Как настрой? Ну, надеюсь, боевой. Ну, это самое главное в нашей передаче. Выбирайте ячейку. Ячейка номер 6. Номер 6. Категория «Популярные песни». Вы готовы? Давайте. Давайте слушать. Розовые очки. Итак, что скажете? Ну, если я не ошибаюсь, как и в начале песни там говорилось, розовые очки. Так, хорошо. Ольга а кто Бузова. Исполняет? Ольга Бузова. Ольга Бузова. Нравится вам эта песня? Ну, конечно, нравится, поскольку она такая современная, по-моему, в этом году, да, она? Да-да-да, совсем свежая. А вот сама Бузова, ее многие критикуют, вам она как? Ну, в плане человека, который умеет... можно сказать, делать шоу, ну, конечно же, она хорошая. Угу. Но в плане любимой исполнительницы, конечно же, затруднее сказать. Ну хорошо, ну давайте все равно на нее посмотрим. Давай. Внимание. Бьются стекла мимо
Это правильный ответ, я вас поздравляю. Двигаемся дальше, выбирайте. А, так. Ячейка номер 12 свободная? 12-я? Да. Да. Давайте ее. Давайте. Здесь у нас музыка из фильмов. Вы вообще какие предпочитаете, что смотрите, что любите? А, предпочитаю абсолютно любого жанра, кроме фантастики. Ну, не особо. Не очень нравится, да? Старые фильмы как? Знаете? Обожаю старые фильмы. Угу. Ну, давайте слушать. Внимание. Так, что скажете? А вы можете начало еще раз включить, пожалуйста? Еще раз хотите прослушать, да? Вот, начальную часть. Угу, внимание, пожалуйста. Итак. Блин, или мне сегодня везет, но, если не ошибаюсь, это Юнона и Авось. Так. Не ошибаетесь. А название песни не припомните? Аллилуйя. Аллилуйя. Смотрим. Ну что, два правильных ответа. Я вас поздравляю. Последний шаг. Выбирайте ячейку. А, ну, давайте последний ячейку. Последний шаг и последняя ячейка номер 15. Именно ее. Да? 15. Категория хиты. Я желаю вам удачи. Слушаем. Итак. Ну, это уже современная музыка, конечно, Клава Кока. Я уверен, что многим парням не ее песня нравится, а сама девушка очень симпатичная. Так. А с песней-то что? Как называется? «Покинула чат». «Покинула чат». Слушаете вообще часто ее, нет? А, периодически, да, слушаю. Или больше все-таки смотрите? Ну, наверное, больше смотрю, да. Совмещаем, да? Прямо сейчас, внимание на экран. Твоя песенка спета, колонки молчат. Я сделала больно и покинула чат. Вокруг тебя много нормальных девчат. Но лишь
что, три правильных ответа, и у нас есть еще один победитель. Я вас поздравляю. Ну и совсем немного времени у нас до конца эфира, поэтому кто хочет принять участие, звоните прямо сейчас, 543904. Ну а мы пока послушаем хорошую музыкальную композицию. Толықсыған әппәғайсың, жүзген арман көгімде. Үзілуге шаққарайсың, от қорайсың. Сәби дейсің жаңа туған, жан жүрегі таптаза. Бір мен үшін жаратылған, дара тұлған. Ойдан кетпейді дарың, сенсіз жерге сыймады. Сен сыйлаған бір сәтті қасырға да қимады. Отым олып күй жаным, ыстық демен сүй жаным ай. Жүрегіме сезімнің сарқылмайтын құйларын ай. Отым олып күй жаным, ыстық демен сүй жаным ай. Шалын қорап жанымды тәтті сезім сыйладың ай. Сыйладың ай. Іздемей-ақ табылғайсың, табылғайсың жанымнан. Тілегімді ал қабылдайшың, жаңылмайсың. Көңіліңнен алдың орын, өмірімен өрбердің. Сенде соғар мәңгі менің, жан жүрегім. Ойдан кетпейдей дарың, сенсіз жерге сыймадың. Сен сыйлаған бір сәтті ғасырға да қимадым. Отым олып күй жаным, ыстық демен сүй жаным ай. Жүрегіме сезімнің сарқылмайтын құйларын ай. Отым олып күй жаным, ыстық демен сүй жаным ай. Шалын қорап жанымды тәтті сезім сыйладың ай. Сыйладың ай. Сүй жаным ай. Жүрегіме сезімнің сарқылмайтын құйларын ай. Отым олып күй жаным, ыстық демен сүй жаным ай. Шалын қорап жанымды тәтті сезім сыйладың ай. Ну что ж, у нас есть два победителя. Именно с таким итогом мы подходим к финалу программы. А все выпуски можно увидеть на официальном сайте kustanay.tv.kz. На сегодня это все. Всем хорошего дня и до встречи в эфире на телеканале Кустанай. До свидания. Thank you.
Шамдарға толы сақына Тыныш Тұруға болмайды жайғана Тыңда Әуенді келіп жақында Жаңа өнім таяпты Өлеңім ойатты Деденді қозғада Қимылдат аяқты Жағылған оттарай Шашылған шоқтарай Алаулаған алаңға Керенді тоқамай Жаула жаула жанарда, тоқыр бірге табанда, биле биле, биме қыздыр